Всем привет, с вами интернет-магазин kado.ru. В этом видео я хочу рассказать про секатор Berger, модель 1114. Этот секатор с коваными лезвиями. Сейчас на рынке есть профессиональные секаторы фирмы Felke, там Löwe и так далее. Они используют при изготовлении режущих лезвий метод горячей штамповки. Здесь же в этом секаторе лезвия делаются с помощью ковки. То есть по заготовке проходит молот, структура стали уплотняется, соответственно, сталь лучше держит заточку, ее нужно меньше затачивать, что хорошо для пользователей этого секатора. Этот секатор для большой руки, общая длина его 215 мм. То есть если у вас большая рука, то это замечательный секатор, профессиональный. Здесь есть эргономичные ручки, которые очень удобно, они лежат в руке, секатор удобно лежит в руке, и наклон режущей головки. Зачем это нужно? Для того, чтобы вы руку свою не выворачивали, когда вы режете. Для этого создано 15 градусов наклон лезвия, и то есть у вас лезвие в прямом состоянии находится относительно горизонта. Да? Лезвие покрыто хромом, меньше коррозии будет давать. Холодный прокат, который ничем не покрыт, лезвие быстро у вас потемнеет, станут черными. Хром он защитит от коррозии. Здесь есть возможность смазывания секатора, не разбирая его. Если, например, секатор Felke, для того, чтобы смазать, его нужно обязательно весь разобрать, то здесь же специальное отверстие для масла. Тут такая масленочка нарисована. И капаем сюда масло, и он смазывается внутри. Здесь есть специальный фиксатор лезвия в двух положениях. То есть это полностью он раскрыт. Мы режем ветки до 25 мм. Если нам нужно обрезать маленькие веточки, да, то есть не нужно раскрывать так сильно секатор, то у нас есть вот такое положение лезвия. То есть здесь он раскрыт не полностью. То есть это позволяет нам вот таким способом резать маленькие веточки. Для сравнения покажу модель Berger 1120 по размеру. Этот для маленькой руки подойдет тем, у кого рука небольшая. На упаковке у нас написано, что это размер S. То есть это подойдет, скорее всего, для женщин, либо для тех, кто любит такой небольшой размер. В том числе для мужчин тоже подойдет. Тут у нас кованый крюк нижний, очень толстый. Это именно позволило... Из-за толщины этого крюка позволило сделать такой вот мощный сокотот. Те профессионалы, которые обрезают очень много, да, они уходят в поле там и до 250 деревьев там в день обрезают, знают, что такое сок и как он сказывается на обрезке, когда лезвие там залипает между собой. Этот сокотот позволяет не залипать лезвием, то есть он убирает сок из лезвия секатора. Здесь у нас демпфер специальная, резиновая. То есть он у нас не щелкает и не жесткий, то есть он мягкий секатор. Естественно, есть, как в любом профессиональном секаторе, возможность поменять лезвие. Если у вас лезвие износилось, вы всегда можете купить лезвие и все остальные запчасти. В нашем магазине вы можете купить и как отдельное лезвие, и так целый набор запчастей. Можно поменять пружину. А так очень все просто. Для того, чтобы разобрать секатор, нужно открутить 4 винта. Вот это раз, два, три, четыре. И вы полностью снимете лезвие с секатора. Повторюсь, значит, до 25 мм можем резать. Можно работать и с плодовыми деревьями, и с кустарником, и с цветами, и с розами, и с виноградом. Вот здесь у нас небольшая, где-то около сантиметра веточка. Он новый, режет как по маслу. Срез получается очень ровный, практически кору он не заминает. Где-то такой получается очень ровненький у нас срез. Очень часто просили делать не только обзоры, но и показывать, как секаторы режут, и рассказывать про эргономику. Эргономика замечательная, то есть с этим секатором, то есть здесь эргономичная алюминиевые ручки, на ручке дается пожизненная гарантия
Это говорит о том, что все части секатора вы можете поменять, а ручки вам будут служить всю вашу жизнь. Вот чем отличается профессиональный секатор от непрофессионального. Так что покупайте секатор Берггер модель 11-14 в интернет-магазине kado.ru, покупайте лучше, а про остальное забудьте.